Классно. Надо сходить посмотреть, что там. Никто не приходил еще по объявлению? Ну и сколько ты будешь искать ассистентку в нашу группу? Не знаю, как придет. И сразу начнем готовить. Не знаю, все никак номер не могу себя приготовить. Элементы танца не получаются. Фантазия заканчивается. Ты думаешь что-нибудь оригинальное? Ой, ну музыку я тебе сделаю. А мы в какие города пойдем выступать? Не знаю. Ищу площадки для выступлений. Здравствуйте, я по объявлению. Вам не нужна ассистентка? Ну, как сказать, нужно. Требуется. Нужно много репетировать, уметь показывать всякие фокусы, например, как я. Еще нужно много тренироваться, подготовка нужна прекрасная и все дела. Давайте попробуем легкие фокусы. Хорошо, а какие? Ну, например, фокусы с исчезновением. Или распиливание. Давайте, самый легкий фокус. Не переживайте, все получится. Просто тренировки, тренировки и тренировки. Вытягивай карту. Только лови. Вот это? Да. Видишь? Ух ты, как круто! Я не вижу, куда упал мой сандаль. Разверни меня. Все, я поняла. Разверни меня. Так, а следующий фокус какой? А теперь встань и поставь ногу на лавочку. Прикинь, Александр.
Ну а дальше что? Щекотно же! А теперь барабанный дробь. Третий фокус и самый сложный. А какие до этого были? Ну какие же еще? Легкие. Хорошо. Следующий фокус. Ложись на лавочку. Помоги мне. Возьми ее за ноги. И что дальше? Попробуй сесть, встать, а потом прогуляться. О, привет. Извините, мне это не подходит. Соберите меня, пожалуйста, обратно. Я хочу их обратно себе. Ладно, сейчас соберем. Она еще вернется. Говорите, ты сядь. Тихо. Готово? Поехали. Тихо. Три. Один. Один. Тихо. Один. Два. Два. Один. Фон нужен. Готово? Три. Два. Три. Побудай. Поехали. Один. Два. Два. Один. Девочки. Два. Один. Два. Один. Два. Один.